Три века на защите законности. Сегодня сотрудники российской прокуратуры отмечают профессиональный праздник. Этот год для ведомства юбилейный – 295 лет со дня образования. В знаменательную дату сотрудники республиканской прокуратуры награждают самых достойных и подводят итоги прошедшего года. Так, за 2016 год сотрудниками республиканской прокуратуры была продолжена работа по обеспечению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан. В этом году особое внимание с учетом состояния законности будет уделено вопросам защиты прав участников долевого строительства, где по 18 проблемным объектам люди в течение длительного периода времени не могут получить свое законное жилье. Продолжится работа и по защите прав детей-сирот на получение жилья. Помимо этого, останутся на контроле вопросы выплаты заработной платы. Здесь ситуация также остается напряженной. В должниках десятки организаций, в том числе банкроты. Прокурорами проделана значительная работа в таких значимых сферах нашей жизни, таких как теплообеспечение, медицина, законодательство о труде, соблюдение прав ребенка и так далее. Три столетия прокуроры стоят на страже российских законов, и мы уничтожаем или ослабляем зло в своей работе, проистекающее из беспорядков, делах неправосудных, и взяточества, и беззакония. Эти задачи никогда не менялись.